Этот документальный фильм снят операторами кинохроники в 1939 году у реки Халкин-Гол, где Красная Армия дала сокрушительный отпор японскому агрессору, нарушившему государственные интересы Советского Союза. Ветром промчись над страною, чтоб услышал советский народ. Просымал храбрецов, Халкин-Гола бойцов, про могучий и грозный поход. Прыгною готовый по первому зову, узнай на летом и взяй окуна. На сотне высокой, над миле дорогой, мы словим любого врага. Осторожной, безводной пустыне они славу страны пронесли. Враг могилу нашел на реке Халкин-Гол, на границах монгольской земли. Мы бою готовы по первому зову, пусть мой дарь лето и злая хука. На сапке высокой, пустыне дорогой, мы словим любого врага. Слава сталинцам, слава героям, слава тем, кто в далеких краях, не щадя своих сил, вражью сторону громил, героизм проявляя в боях. Никогда не забудет советский народ беззаветных героев, отдавших жизнь за победу над врагом. Неувидаемой славой покрыли свои боевые знамена наши войска, сражаясь за родину в монгольских степях. Июля 1927 года бывший премьер-министр Танака представил императору Японии меморандум о позитивной политике в Маньчжурии. В меморандуме излагались планы японского империализма. Для того, чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные азиатские страны и страны Южного моря будут нас бояться и капитулируют перед нами. Но для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. В программу нашего национального роста входит, по-видимому, необходимость вновь скрестить наши мечи с Россией на полях Монголии. Выполняя план Танаки, Япония в 1932 году захватывает Маньчжурию, и на ее территории начинает создавать плацдарм для развертывания войны против Советского Союза. Строятся стратегические железные шоссейные дороги. Строятся аэродромы, посадочные площадки, авиационные базы. Строятся укрепленные районы у границ СССР и Монголии. В газете «Гоминьгунбао» печатаются такие планы захватов. Япония считает, что для укрепления своих планов в Маньчжурии
необходимо раньше всего прогнать Красную Армию из Приморья и из районов Амура. Кроме того, необходимо захватить Сибирь. По этому плану японская военщина хотела установить три линии обороны. Первая линия у Читы, вторая у Новосибирска и третья на Урале. Целью прощупать наши силы в Приморье, японская военщина спровоцировала конфликт в районе озера Хасан. Но Красная Армия дала сокрушительный отпор противнику. Получив отпор на Хасане, японская военщина попыталась захватить Монгольскую Народную Республику. Столица Монгольской Народной Республики – Улан-Батор. С помощью советского государства растет и крепнет еще недавно отсталая страна. Страны. Ее богатство и неприкосновенность охраняют бойцы Монгольской Народной Армии. Японские генералы избрали для военных действий против Монгольской Народной Республики восточный выступ. Захватив этот выступ, японцы получили бы возможность построить стратегическую железную дорогу в направлении Читы и беспрепятственно продолжать сооружение укрепленных районов у Хан-Дагай и озера Буернур. Верховного Совета СССР глава советского правительства товарищ Молотов заявил, что границу Монгольской Народной Республики в силу заключенного между нами договора о взаимопомощи мы будем защищать так же решительно, как свою собственную границу.
приказу командующего Квантунской армией Уэда генерал Камацубара наметил план окружения советско-монгольских войск. Два дня войска генерала Камацубара продвигались вперед на левый берег реки Халхин-Гол, где в то время стояли незначительные группы советско-монгольских войск. Командование советско-монгольских войск быстро организовало мощный контрудар резервами из глубины обороны. Первой к району боевых действий подходила танковая бригада комбрига Яковлева. Комкор Жуков принял смелое решение и бросил танковую бригаду с марша в бой. Боевая задача танкам была краткой – разгромить противника на горе Баин-Саган. Противник, стремясь отразить атаку танков, открыл ураганный огонь 150 различных орудий и 130 крупнокалиберных пулеметов. Но никакая сила не могла сломить и установить советские танки. Танкисты Яковлевцы, сочетая силу огня, высокую подвижность и мощность удара танков, в один миг преодолели огненное кольцо противника. И врезавшись в густые строи 23-й гвардейской дивизии, конницы и большого количества различных машин расстреливали их из пушек и пулеметов и уничтожали гусеницами. Подошедшие части пехоты завершили удар танков, разгромив противника. Километров двигались части Красной Армии от советской границы к Халхин-Голу, району боевых действий. Транспортные самолеты быстро перебрасывали войска и снаряжение.
укрываясь от вражеских воздушных разведчиков, войска, орудия и машины искусно маскировали. Халкин-Гола наши части занимали оборонительные позиции. Далекую Монголию приходили на фронт посылки с подарками и задушевные письма. Походные редакции боевых красноармейских газет вместе с войсками находились на фронте. Правительство Монгольской Народной Республики, военный министр маршал Чойбалсан прибыл на фронт. Неожиданными вылазками и налетами противник каждый день пытался мешать сосредоточению наших войск. Наши истребители немедленно вылетали навстречу японским самолетам. Японских самолетов, сбитые нашими истребителями, врезались в землю монгольской степи. Протаранив и уничтожив самолет противника, отважный летчик благополучно опустился на парашюте. Thank you.
За время боев советские летчики сбили и уничтожили 660 японских самолетов. Командование советско-монгольских войск беспрерывно изучало обстановку боевых действий. Готовясь к длительным операциям, японцы сформировали из отборных частей 6-ю армию и прочно закрепились на занятых позициях. Комкор Жуков разработал план разгрома 6-й японской армии. Две ударные группы на флангах должны начать окружение японских войск. Южная группа должна разбить противника южнее реки Хайластин-Гол. Северная группа наносит удар из района Баин-Цаган. В это время войска центральной части фронта содействуют разгрому. Кавалерия обеспечивает фланги ударных групп. Политический состав получал указания военного совета и политотдела армейской группы. Комиссары и политруки проводили эти указания в жизнь. Накануне генерального сражения бойцы вступали в партию Ленина-Сталина, чтобы идти в бой коммунистами. Бойцы, пехотинцы, летчики, танкисты, артиллеристы с вниманием и любовью готовили оружие, проверяли материальную часть.
непрерывно била сокрушительная артиллерия. Через степи, пески и реки мчались танки и броневики. Героическая пехота штурмовала неприступные высоты. Контратаки противника немедленно отбивались нашими частями. Точно выполняя приказ, стремительным ударом с флангов, наши войска со всех сторон окружали японцев и зажимали их в кольцо. На третий день боя на нашу сторону перешел большой отряд «Маньчжу». Восторженными криками они приветствовали Красной армии. В боях пленных немедленно допрашивали и добывали важные сведения. Боя самоотверженно работали санитары и врачи, оказывая немедленную помощь раненым бойцам и командирам. Скоростные удобные самолеты увозили раненых в глубокий тыл. Противника окружены со всех сторон. Красная армия заняла все пространство государственной границы.
громом кончилось сражение у берегов Халкин-Гола. План советско-монгольского командования осуществлен. Раненым японцам оказывали медицинскую сражений японцы оставили знамена, воинские кацы, полковые списки, личные дела офицера.
В нейтральной зоне уполномоченные японской армии ожидали представителей советско-монгольского командования. Делегация советско-монгольских войск прибыла на место переговоров. Отдельными группами пленные японцы переправлялись через границу. Командование советско-монгольских войск разрешило японцам забрать трупы своих офицеров и солдат. Thank you.
вывезенных японцами с берегов Халхин-Гола, сжигались у маньчжурских сопок. Какие награды заслужили воины Красной Армии, сражавшиеся за неприкосновенность нашей Родины у берегов Халхин-Гола? Слава сталинцам, слава героям, слава тем, кто в далеких краях, не щадя своих сил, вражью славу пробил, героизм проявляя в боях. При бою готовы к первому зову, полями спускается вечер, и спокоен родной небосвод. Но прикажет нарком, и мы снова пойдем бой за мир, за советский народ. Ты бою готовы к победе.